Нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны. И не случайно именно поэтому по линии отдельных ведомств, по линии правительства в целом мы постоянно занимаемся вопросами развития дальневосточного региона. Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее.